правильно будет представлено судящим страшным, тогда всех человек дела обличаться. Горе тому будь грешным упосылаемым, ты ведущий душой моя покайся, за дел твоих, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Праведницы возрадуются, грешни восплачутся, тогда не тоже возможет помощи нам, но дела нашего судят нас. Тем же прежде конца покайся, за дел твоих, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Увы, мне великогрешному, и же делай и мысли осквернився, ни капли слез имею от жестосердия, ныне возник меня от земли души моя, и покайся, за дел твоих, Пресвятая Богородица, спаси нас. Все взывают, Госпожа, Сын Твой, получает нас на доброе, а же грешный добра всегда бегаю на Ты, помилуй меня, больные не привлекают, но стирают души помождения. Пресвятая Богородица, спаси нас, не дозвучит телом душевне, посещение божественного промышления, Господа и на Богомати, яко благая Бога Божия, родительница, Господи Иисусе, близкий Божий мой, помилуй меня, и соответствие воспалите спасителю, и врага, достану Господа, и бесплотному, ангелу, наставнику и хранителю моему.